أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تهوى وهام. فروح سوف ترحل في سلام، وروح في الجحيم لها مقام. فروح سوف ترحل في سلام، وروح في الجحيم لها مقام. يوم الحشر قد عملت أناس، فصلوا من مخافته وصاموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. В этой серии мы поговорим о подробностях расчета верующих и расчета неверующих и лицемеров. В судный день тайное станет явным. С человека потребуют отчет за все, что он делал. И те, кто был правдив и искренен с Аллахом, свят он и велик, обретут успех. Победят те, кто действительно был правдив и искренен в своих словах, действиях и в сердце. И у некоторых людей такие дела, что ты думаешь: «Маша Аллах, подобных им нет». Но искренен ли он на самом деле? Правдив ли он на самом деле? В тот момент эта разница станет видна. Аллах, свят он и велик, говорит. Аллах сказал. Это день, когда правдивым людям принесет пользу их правдивость. Не печалься. Если ты правдив, придерживаешься религии, если ты близок к Аллаху, свят он и велик, и каешься перед Ним, и думаешь, что за все это ты не получишь никакого воздаяния, нет, ты не прав. Ты смотришь на тех, кто вокруг, и не видишь у них этой правдивости. Вокруг ты видишь несправедливость, ложь, наговоры, клевету и зависть. Не печалься. День, когда твоя правдивость принесет тебе пользу, это день воскресения. Аллах сказал, это день, когда правдивым людям принесет пользу их правдивость. Им уготованы райские сады, в которых текут реки. Они прибудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны им. Это великое преуспеяние. Тогда-то правдивость и принесет тебе пользу, и расчет будет облегчен для правдивых. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, чтобы ты узнал о категориях людей, которые получат великую награду в судный день. Как приводится в хадисе Исса Сахиха аль-Бухари, клянусь тем, в чьей длани моя душа, кто бы не получил ранение на пути Аллаха, то есть тот, кого ранили на пути Аллаха, это шахиды. Кто бы не получил ранение на пути Аллаха, а Аллах лучше знает о тех, кто получает ранение на его пути. То есть он знает, насколько они были правдивы. Не каждый, кто умрет в какой-то битве, будет шахидом. Нет, Аллах лучше знает о том, кто был убит на его пути. Здесь нужна правдивость и искренность перед Всевышним Аллахом. Тот явится в день воскресения со своей кровоточащей раной, которая будет цвета крови, а аромат ее будет ароматом мускуса. Искренние и правдивые люди — это те, чьи дела в этот великий день будут облегчены. Продолжим рассказывать о верующих, искренних людях и об их расчете. Пророк Мухаммад, благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который приводится в Сахихе аль-Бухари, что Джибриль сказал пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, посмотри на горизонт. И пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, посмотрел на горизонт. Он рассказывал, и там было огромное количество людей. Джибриль сказал, эти люди твоя умма, а эти 70 тысяч впереди, те, кто войдет в рай без предварительного расчета и наказания. О Аллах, умма Мухаммада, это великая умма. Впереди нее встанут 70 тысяч человек. Эти 70 тысяч не будут рассчитаны и не будут наказаны. Представь это себе. Я прошу Всевышнего Аллаха сделать нас из их числа. Пророк Мухаммада, благословит его Аллах и приветствует, спросил, «Хорошо, но почему? Почему эти 70 тысяч не подвергнутся расчету и наказанию?» И Джибриль ответил ему, «Это те, кто не делал прижигания, не просил читать им рукью, не верил в дурные предзнаменования и уповал на своего Господа». Если не углубляться в подробности этих значений и качеств, всех этих людей объединяет
меняет то, что они уповали на Всевышнего Аллаха, уповали по-настоящему, уповали без малейших колебаний, без всякого сомнения, настоящее упование. И Аллах, Свят Он и Велик, наградил их за это упование, тем, что у них не будет ни расчета, ни наказания. Так что каждый из нас на самом деле должен стараться истинно уповать на Аллаха, и, быть может, он станет одним из тех 70 тысяч. Сподвижники тоже старались стать одними из них. Они соревновались друг с другом в этом. Уккаша ибн Мехсан встал и сказал пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует: «Сделай дуа Аллаху, чтобы он сделал меня одним из них». И пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «О Аллах, сделай его из их числа». Тут встал другой человек и сказал: «Помолись Аллаху, чтобы он сделал и меня из их числа». И пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Тебя опередил Уккаша. О Аллах, посмотри на это соревнование в Дунии, которое приводит к тому, что один человек побеждает в чем-то, а другой нет, потому что его опередили в благих деяниях и в поклонении Аллаху, Свят Он и Велик». Хорошо, эти 70 тысяч не получат ни расчета, ни наказания. А остальные верующие, которые будут рассчитаны, каким будет их расчет? Как будет рассчитан верующий? Этот хадис находится в Сахихе Аль-Бухари. Сафван ибн Мухриз сказал: «Когда я шел с ибн Умаром, да будет доволен им Аллах, взяв его за руку, вдруг один человек спросил его о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил о тайной беседе. Послушай этот хадис». Ибн Умар ответил ему: «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Поистине Аллах приближает к себе верующего настолько, что даст ему свою защиту и покроет его. Он скрывает его и покрывает своей милостью, и этот верующий оказывается сокрыт. И Аллах скажет ему: „Знаешь ли ты о таком-то твоем грехе? Признаешь ли ты такой-то свой грех? Всевышний Аллах напомнит тебе и мне о наших грехах. Ты знаешь о таком-то грехе? Что же будет, если ты ослушаешься меня? Ты же согрешил таким-то образом. Если ты знал, что это харам, но делал его, ты делал его в такой-то день и в такой, или даже повторял его на следующий день, или всю следующую неделю, ты годами продолжал грешить. Ты признаешь этот грех?» И тот человек ответит: «Да, Господи». И когда он признается в своем грехе, все, он признался и решил в душе, что погиб из-за большого количества грехов. И Аллах скажет: «Посмотри, насколько он милостив и милосерден. Я скрыл твои грехи в мирской жизни. Аллах, Свят Он и Велик, скрыл их в Дунии». Да, верно. Человек совершал эти грехи, но скрытно ото всех. Он не совершал их открыто. Аллах скрыл его в Дунии. «Я скрыл твои грехи в мирской жизни и прощаю тебе их сегодня». И ему будет вручена книга его благих деяний. О Аллах! У кого-то могут быть грехи, но пока они скрыты, когда он не обнародует эти грехи, пока он кается перед Аллахом и обращается к нему, возможно, он получит прощение в тот великий день. Судный день каждый будет спрошен, со всех потребуют отчет. Аллах, Свят Он и Велик, говорит: «Остановите их, и они будут спрошены». Все будут спрошены за все, большое и малое. Что с вами? Почему вы не помогаете друг другу? Где сейчас ваша взаимопомощь? В Дунии, возможно, кто-то из вас что-то делал, жил своей жизнью, и никто его ни о чем не спрашивал. Никто не требовал с него расчета. Вообще, когда у него была проблема, к нему приходил тот, кто помогал ему, заступался за него и оказывал помощь. Хорошо. А что же с вами сегодня? Почему вы не помогаете друг другу? О нет, сегодня они будут покорны. Все, все они покорятся перед величием Аллаха, Свят Он и Велик, перед мощью Аллаха, Свят Он и Велик. Никто не сможет сделать что-то, кроме как с позволения Всевышнего Аллаха. Они будут обращаться друг к другу с вопросами. Они скажут: «Вы приходили к нам справа». Они ответят: «О нет, вы сами не были верующими. Мы не обладали властью над вами. Вы сами были людьми, приступавшими границы дозволенного». Что они стали делать? Порицать друг друга. Они будут обращаться друг к другу с вопросами, порицать друг друга. Почему? «Это ты меня ввел в заблуждение? Ты отдалил от Аллаха, Свят Он и Велик? Это ты отдалял меня от намаза, от поклонения Аллаху, Свят Он и Велик, и от прямого пути? Ты был причиной моего заблуждения». И что же ему ответит тот человек, который сбил его с пути? Он скажет: «Я не обладал властью над тобой. Я тебя ни к чему не принуждал. Ты сам слушал мои слова. И когда кто-то ослушается Аллаха, велик он и славен, пусть порицает только самого себя. Как бы они ни пытались сбить тебя с истины, как бы они тебя ни соблазняли, они сами понесут свой грех и будут за это наказаны. Но и ты тоже понесешь грех и будешь наказан. У тебя не будет оправдания, ты не сможешь сказать: «Клянусь Аллахом, вот тот человек ввел меня в заблуждение, а этот отдалил меня от Аллаха». Все они отрекутся от тебя в судный день.
Аллах, Святой и Велик, говорит о конце их разговора. Относительно нас сбылось слово нашего Господа. Воистину, мы будем вкушать наказание. То есть, все мы вкусим это наказание. Мы ввели вас в заблуждение, и мы сами были заблудшими. Они заблудшие, отдалившиеся от Всевышнего Аллаха. И, конечно, они сделают и тебя заблудшим, и отдалившимся от прямого пути. Каждый будет спрошен, со всех потребует отчет. Неверующие в судный день будут мечтать об избавлении от наказания любым способом. Они готовы дать все, что угодно, чтобы избежать ада. Пророк Мухаммада, благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который приводится у Аль-Бухари. В день воскресения приведут неверующего и скажут ему: «Если бы у тебя было золото размером с землю, ты себе это представил? Взгляни, вся наша великая, огромная земля, и вот вся она полностью представляет собой золото. Все, что мы видим в дунье, вся эта земля — золото. И если бы это золото было собственностью того человека, и его спросили, откупился бы ты им? То есть готов ли ты дать нам это золото взамен на то, что избавишься от огня и наказания?» И этот неверующий ответит: «Да». И ему будет сказано: «Тебя просили о том, что проще этого. От тебя требовалось то, что проще и легче. Поклоняйся своему Господу. Покорись Аллаху, Святой и Велик. Не греши. А если нагрешил, вернись и покайся перед Всевышним Аллахом. И все. Это же так просто. Не надо давать ни золота, ничего. Вместе с этим, посмотри, субханаллах, как шайтан вводит человека в заблуждение, и он придет в судный день и будет полон сожаления. Мы рассказывали о расчете верующих, так давайте сейчас поговорим о том, как будут отчитаны неверующие и лицемеры. В конце этого хадиса, который мы приводили выше, о расчете верующего, пророк Мухаммада, благословит его Аллах и приветствует, говорит, и этот хадис привел Муслим. Что касается неверующих и лицемеров, то что с ними случится? До того, как узнать, что с ними произойдет, вспомни, что верующего Аллах, Святой и Велик, покроет. Всевышний Аллах сначала установит, что тот грешил, а затем простит ему эти грехи. Что касается неверующих и лицемеров, то к ним обратятся перед всеми творениями. Представь себе это. К ним обратятся перед всеми людьми, перед всей их семьей, перед их друзьями, перед людьми, которые его не знают, перед людьми, которые жили до них и после них, перед всеми. Про них скажут: «Это они оболгали своего Господа». Они страшно опозорятся. Всевышний Аллах не скроет их. Я прошу Аллаха, Святой и Великий, избавить нас от этого и сделать нас из числа верующих, которые будут покрыты в судный день, и им будет прощено. Мы говорим о расчете. Хорошо. За что человек будет рассчитан в первую очередь? Пророк Мухаммада, благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который привел от Тирмизи, и шейх Аль-Альбани назвал его достоверным. Первое, за что будет отчитан раб Аллаха в судный день, это намаз. 5 обязательных намазов. Если его намаз был годен, то он преуспел, а если негодным, то он потерпел неудачу и убыток. Если он допускал какие-то упущения в своем обязательном намазе, Всевышний Аллах скажет: «Посмотрите, есть ли на счету у моего раба дополнительное поклонение, которым можно восполнить его упущения, допущенные в обязательном намазе». Первое, за что ты будешь рассчитан в судный день, это 5 твоих намазов. Ежедневно, день за днем, эти 5 намазов. Если ты будешь их соблюдать, в тот момент, когда тебя будут рассчитывать за них, они тебя осчастливят. Если же ты перестанешь их совершать и будешь откладывать на потом, в тот момент у тебя возникнет большая проблема. Ты можешь понести убыток из-за того, что перестанешь совершать намаз. Даже если ты делал намаз, пророк Мухаммада, благословит его Аллах и приветствует, говорит, что если твой намаз был неполноценным, Всевышний Аллах спросит: «Есть ли у моего раба какое-то дополнительное поклонение? Делал ли ты дополнительные намазы, за счет которых можно восполнить упущение в обязательных намазах?» Субханаллах. Все мы на самом деле должны стараться соблюдать эти намазы. Аллах, Святой и Велик, говорит: «Вели своей семье совершать намаз и сам терпеливо совершай его». Будь терпелив, продолжай совершать эти намазы. И давайте направим нашу энергию на восполнение любого возможного упущения, которое могло быть в обязательном намазе, совершая дополнительные намазы. Навафиль. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который приводится в Сахихе Аль-Бухари: «Любимейшим из всего, что мой раб может делать в стремлении приблизиться ко мне, является то, что я вменил ему в обязанность». Это хадис Кудси. Всевышний Аллах говорит эти слова: «И будет мой раб стараться приблизиться ко мне посредством желательных поклонений, навафиль, пока я не полюблю его». Лучшее, самое любимое перед Аллахом дело, за счет которого ты можешь приблизиться к Аллаху, Святому и Велик, это обязательные намазы. Соблюдай обязательные намазы. Затем, как сказал Всевышний Аллах, делай больше дополнительных намазов, пока Аллах, Святой и Велик, не полюбит тебя.
На следующей серии мы поговорим о весах, мизане. На этом все, и Аллах знает лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада. أما والله لو علم الأنام